Брифинг главного государственно-санитарного врача Луганской Народной Республики Докашенко Дмитрия Анатольевича. На сегодняшний момент на территории республики отмечается значительный рост заболеваемости как сезонными инфекциями, это ОРВИ, так и теми инфекциями, которые с нами были на протяжении предыдущего периода. Это коронавирусная инфекция и значительный рост атипичных пневмоний, что повлекло за собой большое количество граждан, которые обращаются за медицинской помощью, и большое количество граждан нуждается в госпитализации и пребывании в лечебных учреждениях. Для того, чтобы определить место пребывания заболевшего человека и провести дифференциальную диагностику, необходимо проводить лабораторные исследования. Однако возможности лаборатории полимеразных цепных реакций ограничены, и ограничиваются они где-то в количестве от 200 до 250 исследований в сутки. При этом количество материала, которое доставлялось за предыдущий период в сутки, составляло от 500 до 700 исследований. С целью упорядочения данного потока материала и координации действий мы перераспределили потоки доставки материала по тем учреждениям, которые испытывают наиболее острую необходимость в наиболее быстром проведении исследований. На сегодняшний момент преимущественно это территория города Луганска. Однако мы продолжаем проводить исследования и из городов и районов. Был однодневный простой из-за отсутствия расходных материалов, это пробирки Эппендорфа. На сегодняшний момент специалистами Лухмедфарма данный вопрос решен. Расходные материалы есть, тест-системы имеются в наличии в достаточном количестве. И, как я уже сказал, ограничение только по пропускной способности того оборудования, на котором проводятся исследования. Однако Министерство здравоохранения изыскивает все возможности и достигнуты определенные договоренности с частными структурами, которые обладают таким оборудованием, и мы надеемся, что в ближайшее время они также включатся в эту работу.